Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force Kitty или Котики вперед. Ну что же, 11 уровень у нас. Я еще сюда не заходил и... Та-дын-та-дын-та-дын-та-дынь. Ты посмотри, какие здесь персонажи. Я даже ни одного не узнаю. Я надеюсь, что вот это из Mortal Kombat кто-то. А это что у нас за икар такой? Не знаю, друзья мои, по-моему, вот этот персонаж тоже из Mortal Kombat. Ладно, друзья мои, не будем, как говорится, рассусоливать, будем сразу же приступать к боевке, но нам нужны определенные навыки. Так, ну что же, меняем, конечно же, нам нужен еще вот этот вот разрушающий удар. Так, давай посмотрим, вместо чего бы нам его взять. Надеюсь, ловушек там не будет, поэтому вот сюда, с вашего позволения, я поставлю. Отличненько. Кстати, мне сказали, что если собрать полностью всех черепашек, да, то откроется дополнительный уровень. Мне, знаете, мне вот неохота просто-напросто потом опять вот искать все эти костюмы. А сохранения моей вот этой вот компашки, к сожалению, пока нету. Ну, не то, что пока, ее вообще нету. Так бы можно было бы прикольно, если бы я, например, сохранил вот именно эту пачку, да. Хоп, переключился на другую, или можно так сделать. Нет, по-моему, так нельзя. Ладно, друзья мои, идем на... Подожди-ка, у нас... Да, у нас с деньгами проблемы. Хм, тренировки, по-моему... Да, все сделано. Ну что же, поехали тогда. Вроде бы все есть. Приступаем, друзья. Ох, тут ключик. Тут очень много прыгать нам придется. Хм, ладно. Поехали, друзья. Дин-дин-дин-дин. Так, красные рыбки тут уже появились. Так, секунду, секунду. Не надо буянить мне тут. У них, кстати, очень много здоровья. А ну-ка, минус один. Минус второй, отлично, бежим дальше. Опа, ключик. Погоди-ка, погоди-ка. Ха-ха, не хочу я туда прыгать. Давайте мы вот так, наверное, с вами понизу пройдем, да, все. Лисичка, сестричка, а ну-ка, накажи ее. Накажи, 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 отлично. Мне нравится, как с вами играем. Так, ну, попробуем с ними подраться. Да, минус один котенок у нас. Ну, такая... Ого! Это что еще там за лазеры? Тихо, 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 не надо буянить, родные мои. Мы допекли эту лисичку своим телепортом. Так, друзья, ну что, первая каточка у нас неплохо прошла понизу именно. Ну, как видите, у нас 4 сундука. Мы что-то с вами получили, но еще далеко не все. Ага, 12 уровень мне открывается. Я пока, естественно, не пойду туда. Мы еще, как говорится, здесь с вами ничего не решили, да? Давай проверим дальше. Мне нужны эти костюмы, друзья. Мне нужны эти костюмы в обязательном порядке. Я надеюсь, они будут сильнее. Ну, так, по-моему, фулл сеточку мы одну с вами собрали. Так, естественно, тут забираем все. Можно, конечно, прыгнуть в портал. Давай глянем. Погоди-ка, а почему... Так, а почему мы с вами... Постой, постой, постой. Меня сейчас кое-что начало смущать. А как нам, интересно, назад-то вернуться? Ха-ха, интересный вопрос. Так, получили маску. Ну давай, давай, давай этого кота. Это у нас, друзья мои, это из Mortal Kombat, да? По-моему, если не ошибаюсь. Так, что-то здесь не то. Я немножко не могу понять, а как мне вернуться, например, назад-то? Что для этого нужно было сделать? Давай-ка заново. Так, ну... Блин, самое противное, что я не могу вот... Вот этих вот ребят сразу как-то перепрыгнуть, да? Или избавиться от них. Ладно. Так, бежим. Ой! Что же я сделал, друзья мои? Я просто упал. Я просто упал вниз. Извиняюсь. Но тут уже все. Вот эти костюмы мы с вами собираем... Ну, полностью фулсеты набрали. Поэтому с ними как-то можно и не драться. Но, видите, не получается. Ладно, друзья мои, перепрыгиваем. Перепрыгиваем. Как же мне вот назад вернуться? Вот давай посмотрим, если мы здесь вот пройдем. Опять же у нас понизу. Мы можем сюда вот наверх запрыгнуть или нет? Что-то я как-то, честно говоря, не очень обратил внимание на это дело. Так, тоже, по-моему, фулл сет, да, у нас? Ну что ж, неплохо, давай этих еще немножко побомбим. Ой, как мне нравится вот этот вот лазер, который, по-моему, пробивает практически всех, да? Кто попадает под него. То есть и передние, и задние бойцы. Надеюсь, я ошибаюсь. Ну, давай, телепорт. Зря использовал. Так, друзья мои, давай-ка посмотрим теперь, что у нас выходит по костюмам. У нас все-таки уже что-то есть. Что-то мы с вами насобирали. Ага.
Так, давай-ка посмотрим. На самом деле ерунда. И здесь тоже ерунда. Так, а здесь? Ничего подходящего для нас, к сожалению, нету. Так, посмотрим эти костюмы. О, вот тут, кстати, смотрите, друзья мои, мы можем с вами вот сюда поставить пушку. Хм. И все пока, да? А здесь что-нибудь хорошенькое есть? Нету, по-моему, друзья. По-моему, ничего нам не подходит. Хм. Ага. 6 к здоровью и минус 3 к атаке. Нет, я не буду менять. Тоже не подходит нам. Ну что, внизу, по-моему, мы все собрали, да? То есть, получается, у нас первые два персонажа. Мы с них выбили все. Потом лиса, которая была вот в этом прикиде, тоже мы получили костюм. И ниндзю. То есть, получается, все остальное у нас находится на верхних этажах. Ну что ж, давай пытаться как-то туда добраться и, естественно, выбить все эти костюмчики. Вот смотри, мы идем сюда, да, потом вот у нас прыжок, здесь вот ключ. Здесь портал. Ага, то есть, подожди-ка. Ну, мы берем ключ, перепрыгиваем сюда, вот первая дверь, да, мы ее открываем. Идем сюда. А для чего вот этот камень здесь нужен? Хм. Вот этот камень для чего здесь нужен? Мне нужно будет как-то все идти в обратном порядке. Вот сюда мне нужно поп... Черт, это сложно как-то. Ладно, друзья, давайте посмотрим, что у нас получится. Эть! Никак не получается у меня перепрыгнуть. Я не знаю, кто там говорил, что их можно перепрыгнуть. Надо вовремя делать прыжок. Не понимаю, как это сделать. Ёпарасы ты, что ж ты? И ржач такой еще, да? Издевательский. Не, друзья, ну бесполезно. Приходится с ними драться. Я не хотел, но приходится. Так, наказываем. Наказываем этого голубчика. Очень тяжело тут прыгнуть. Оп, отлично. Так, друзья, куда я хотел? Я хотел попытаться прыгнуть наверх. Но мне кажется, это бесполезно. Туда не попасть. Хм, а что же тогда делать? А как быть-то тогда? Так, друзья, вот глыба, я попробую об нее вот так вот. Об нее врезались. Ага, ага, подожди-ка, а что это мне дает? Что, я иду просто в обратном... Я иду в обратном направлении, и все было бы правильно. Вот здесь бы я спустился, и потом, понятно, давай заново. Что-то я, друзья мои, разучился, по-моему, прыгать. Что-то я разучился прыгать, и мне это совсем не нравится. Ладно, давай вот так вот сделаем. Минус один. Минус два. Не знаю, вроде бы как бы ничего трудного нету. Прыгаешь себе и прыгаешь. Через эту лису мы с вами можем сейчас просто-напросто перепрыгнуть. Не будем с ней драться. А вот об эту глыбу я вот так вот. Идем в обратном направлении. Перепрыгиваем. Вот здесь главное не лопухнуться, друзья. Да что ты, блин, да какого ж лешего-то, ёпрасоте, ну... Вы издеваетесь, что ли, надо мной, блин? Серьезно? Че я там опять неправильно делаю? Не... Все у нас должно быть нормуль. Блин, и опять эти косяки мои, а? Вечные. Сам, как говорится, да, виноват. Ну. Ну тут же все нормально, вот тут. Все отлично, все перепрыгиваю. В обратном направлении почему-то у меня не получается. В чем причина, не знаю пока. Так, друзья, не забываем врезаться. Кстати, внизу-то там костюмчик у нас еще есть. Нам нужно было, по идее, подраться с ним, чтобы забрать фулсет. Ну вот, видишь, все хорошо. Что? Что паникуешь, Рэй? Все у тебя отлично получается. Так, запрыгиваем сюда. Сундучки, все это деньги забираем. Так, а вот и Икарушка у нас. А что это за костюм? Что это за персонаж-то такой? Я не знаю, честно говоря. Что это за герой такой? Мы выбили только лишь книгу. Эй! В плане! Погоди, а какой ключик там еще нужен? Че-то, друзья, я вообще не врубаюсь. Ну, а если я в портал прыгну? Оказываюсь, где? Вот здесь вот, да? И вниз. Гениально просто. Просто гениально. Слушай, а как тогда быть? А как тогда мне, извини меня, быть? Я беру этот ключ. Открываю, естественно, двери. Этим ключом все, я его использовал, да? Секунду, дай-ка я кое-что гляну. Ключ только один на этом уровне.
Да что ж такое-то? А как мне быть-то? Вот я беру ключ. А, все, друзья, я, кажется, понял. Нам просто не нужно открывать с вами те двери, а просто прыгать в портал. Так получается, да? Просто прыгать в портал, и мы с вами окажемся наверху. И что нам это даст? Ну, мы там с вами подеремся, это понятное дело. Что-то я совсем, друзья мои, разучился прыгать. Ну, вот мы идем сюда, прыгаем в портал. Тут мы открываем вот эти двери. Ну, предположим, мы с этим подеремся. А как мне наверх-то, извините меня, попасть? Мне кто-нибудь скажет это? Ха, интересно, девки пляшут. Как я должен попасть наверх? По-моему, это уже другой вопрос, потому что меня сейчас друзья в любом случае раскумарят здесь. Я ничего не смогу сделать. Ай, да. Так, ну что, друзья, забираем ключик. Идем сюда. Так, главное сейчас не сорваться и не упасть вниз. А я ведь могу. Отлично. Так. А, ну с ним придется все равно драться, потому что у нас нету костюмчика этого, да? Так, сейчас мы его накумарим. Отлично. Так, здесь мы открываем с вами дверь. Запрыгиваем наверх. Так, слушай, шикарно. И вот они, вот эти два персонажа нам нужны. Так, друзья, ну что же, мне в принципе все ясно, понятно. Остается придерживаться именно этой тактики, да? Вот, кстати, мы с вами откроем сейчас последний сундук. И все у нас будет хорошо. В общем, вот эти два костюма нам еще нужны. Ну, в принципе, я разгадал, да, тайну. Так, друзья мои, здесь у нас все собрато. То есть, получается, нам нужны именно верхние самые костюмы. Все сундуки открыты. Погоди-ка, а вот с этими, по-моему, нам тоже нужно подраться для того, чтобы получить костюмчики. По-моему, у нас не собратый сет. Сейчас попробуем с вами. Если мы их победим и нам ничего не достанется, то значит все у нас тут получено. Ага, я же говорил. Я же говорил, что нам нужно их бомбить. Так, друзья мои, отлично. Значит, нам нужно еще разок здесь пройти, потому что фулл сета пока нету. И, кстати, вообще нужно посмотреть, что у нас с вами здесь появилось новенького. Так, здесь, ага, этот ниндзя у нас с вами собрат, да? Опачки, смотри, у него хпшечка. Давай-ка вот сюда мы, наверное, да? Оденем. Ух ты! Ты посмотри-ка. Слушай, вот это прикольно. Вот это прикольно. Давай-ка вот сюда вот мы оденем. Так. А здесь ничего хорошего нам не дает. Здесь, кстати, дает прибавку к здоровью. Вот сюда я надену. И все вроде бы, да? Пока ничего больше хорошего нам не дают. Слушай, но тем не менее. Так, вот здесь нам не хватает что? Нам не хватает... Ага. Курточки, да? Курточки нам не хватает. Здесь тоже не хватает курточки. И вот эти вот два верхних персонажа. Все, я понял прекрасно. Так, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, с вами денег заработали уже. Покушаем сытненько, да? Ух, 418 монет. Сила умений 20%. На 6 минуточек я беру это умение, да? Да какой, елки-палки, что ты делаешь-то? И быстренько с вами идем в бой. Так, ну что, этого, наверное, мы сейчас быстренько бомбанем, да? Как раз нам нужен... Что нам нужно? Нам, по-моему, нужен именно костюм от этого сета. Все, фулл сет, отлично, друзья мои. Так, теперь будем разбираться вот с этим, который у нас тут. Где они? Вот они. Так, нам нужно, я думаю, не очень-то и много. В принципе, так, давай быстренько здесь попробуем вот так вот бомбануть. Давай, 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 давай. Главное, чтобы их победить. Ну, нет, еще пока не фулл сет, друзья, пока еще не фулл сет. Ну, вот тут, по-моему, уже все, да? С одной барышней мы разобрались. Так. Ну, проходим, да? Давайте, наверное, еще сделаем с вами один кружок. Так, я посмотрю. Посмотрю, вот здесь вот. Слушай, подожди, фулл сет или нет? Что-то как-то не, даже не могу определить. Давай вот так вот зайдем, посмотрим. Да, друзья, этот костюмчик у нас с вами полностью собрат. Вот здесь нам не хватает оружия, да? А вот здесь нам не хватает чего? Тоже оружие, да? То есть все равно нам придется еще наверх идти. А здесь не хватает рубашки. Ну, ладно, ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Так, не очень... Не очень все хорошо. Смотри-ка. Вот сюда мы с вами это одеваем. Так, и поехали. Еще, как говорится, один кружочек с вами сделаем.
Ну что же, мы с вами уже наверху. И нам нужно с ними подраться еще раз, чтобы выбить у них все оружие, которое у них есть. Так, давай попробуем. В принципе, здесь все у нас должно удачно получиться. Никаких проблем нет. Так, фулл сет стопудово. И здесь тоже фулл сет. Ну что я могу сказать? Нам остается лишь подбить вот здесь вот чувачка, чтобы забрать у него курточку. Так, ну это все намного проще, друзья мои. Ну, вот они и стоят, голубчики наши. Сейчас мы их бомбанем разок. И, в принципе, этот этап у нас будет с вами пройден. Главное, не лопухнуться опять где-нибудь. Ну, давай, 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 давай уже, в конце концов. Минус один. И вот этого сейчас наказываем с вами. Все, фулл сет есть. Поэтому получается, что у нас этот этап с вами пройден. Сейчас проверим лично. Ну-ка. Да, друзья мои, 11 уровень пройден по полной программе. Так, не забывайте про тренировки. Естественно, нужно потренироваться нам. Котики, котики мои. Так, отлично. Давай тебя тоже на хпшечку. Так, ну эти у нас должны быть сильными. Да? Дамагерами, так скажем. Все, друзья мои. А у меня бонус кончился? Получается, что да. Так, и мы с вами отправляемся на 12 уровень. 12 уровень. Так, подожди-ка, я хотел глянуть, что у нас там по костюмам. Ну-ка. Что-нибудь есть? Ух ты, ух ты. Смотри, тут прибавляется 15 хп. Там 9. Пока не будем с вами это применять. А у тебя что? Так, по-моему, ничего. Хотя нет, друзья, есть прибавка небольшая. Смотри-ка. Давай поставим тогда этот лук вот сюда. Нормуль. Так, а у тебя что, барышня, есть для нас хорошего? По-моему, ничегошеньки, да? Хм. Дает две инициативы вместо атаки. Нет, я не буду, друзья, менять. Так, поехали, наверное, с вами, как говорится, на 12 уровень. Глянем, что у нас тут. Ух ты. Ха-ха, так это из Mortal Kombat. Все персонажи Рейден. Да, я смотрю, опять же тут Саб-Зиро. Так, вот это кто у нас, я не знаю. С ножницами. Так, это у нас Кунг Лао, Кабал. И непонятно, кто там остальные. Три сундучка всего. Так, нам понадобится телепорт и вот такой. Значит, все у нас это есть. Ну что, друзья, поехали, посмотрим. Ага, опять целая куча прыжков. Опять всего-всего. Так, вверху тотем. Пока трогать я его не буду. Так, наказываем их, конечно же, друзья мои. Ну, здоровья не так уж у них и много, поэтому мы с ними тут должны быстренько разобраться. Так, ножницы мы забрали. Минусанули. Так, мы здесь, по-моему, пройти не сможем, да? Ясно, здесь стена. Для этого нам нужен вон тот тотем. Тотем мы с вами взяли. Соответственно, сейчас... А, мы можем перепрыгнуть, кстати, смотрите. Мы можем пойти вот... Ага! Значит, понял, друзья мои, здесь опять есть ловушки. В наших интересах... Вау! Давай подеремся. В наших интересах взять определенный скилл, который как раз нам будет отображать эти ловушки. Ну, ну давай, давай, давай. Кунг Лао упал. Сейчас у нас опустится с вами мостик. И мы перейдем вот на эту сторону. Ай-яй-яй. Да, друзья. Эти хитрые еноты со своими ловушками всю мою команду практически уничтожили. Тут-то, как думаешь, справимся мы с этим ниндзей? Саб-Зиро, скорее всего, да, это у нас. Слушай, ну есть шанс нам его выиграть и забрать кусочек шмотки, кусочек сета. Ага, курточку мы забрали. Да чтоб тебе, енот, ты достал. Нет, друзья, я возьму все-таки ту штучку. Так, тут еще и Рейден, я его перепрыгну, потому что мы с ним не справимся. Ага. Хорошо, в общем, я понял. Мы оставляем с вами основные наши скиллы. Основные скиллы, да? Вау, босс будет. Но... прибавляем еще распознавание ловушек. Так, и, кстати, давайте глянем, что у нас дают эти сетики. Пока ничего хорошего не дают, да? Прибавки никакой нету. Нету. Ладушки, заходим сюда. Что нам? Нам нужно вот эти два основных, а вот эти вот можно поменять. Поэтому вот так вот, с вашего позволения, я делаю. Хе-хе-хе. Плюс, давайте-ка, наверное, мы еще с вами немножечко перекусим, потому что у нас, по-моему, закончился, да, с вами... наш баф, сила умений. Естественно, я трачу деньги 20%. И мы с вами приступаем к дальнейшей разборке полетов.
Так, сетов здесь очень много. Здесь очень много всяких прыжков, да? Сундуков. Три штуки, но нам они нужны. Так, мы можем с вами взять вот этот тотем сразу активировать. А можем, как вот сейчас, просто идем. Так, капканчик. Давай. Капканчик зацепил. Так, а у них только ножницы, по-моему, у нас тут есть, да, с вами? Ага, теперь мы получили еще и расческу. Так, здесь нас развернут обратно. Понятно. Мы можем так же, как и в прошлый раз, пойти поверху. Да, я думаю, давайте пойдем с вами поверху. Не будем здесь ни на что отвлекаться. Ага, я тебя вижу, енот. Здесь мы с вами перепрыгиваем. Вот эти костюмы нам тоже здесь понадобятся, потому что сетики нам эти нужны. На чуваке на кабале был. Ух ты, он шляпой бросается. Да, так, по-моему, фулл сет. Так, друзья мои, или нет? Посмотрим. Так, енот, типа я тебя не вижу. Я тебя вижу прекрасно. Спрятался он там мне. Так, вот еще здесь один. Хопа. Так, с Саб-Зиро надо тоже будет подраться. Давайте, друзья мои, его быстренько сейчас зашкварим здесь. Давай. Отлично. Так, енот, перепрыгиваем. Слушай-ка, как нам... Подожди, а что-то? Я же перепрыгнул. Что-то здесь меня, по-моему, друзья обманывают. Все там было у меня хорошо. Так, это у нас Рейден, верно? Верно. А справимся? Да справимся мы с ним. Ну! Да бомбанить его, в конце концов. Хотя бы шляпу отобрали. Так, я, енот, тебя вижу. Так, все остальные сундуки у нас, в принципе, идут, друзья мои, понизу. Вы видели, да? Ну что же, давай сделаем тогда так. Возьмем сразу тотем. Этих мы будем перепрыгивать, потому что они нам, по-моему, не нужны. Или нужны. Вот, смотри, здесь новенькие персонажи, соответственно, новенькие костюмчики. То, что нам нужно. Нам надо будет потом еще прицениться, каких все-таки у нас с вами не хватает костюмов. Так, лук выбили. Можем пойти поверху, кстати, там сундук. Вот так вот. Ага, телепорт можно было перепрыгнуть, отлично. А если я в него прыгну, я где окажусь? Надо будет потом обязательно, друзья мои, заценить это дело. Ну... Давай, Рейдена. Отлично, по-моему, фулл сет. Так, внизу сундук, который нам тоже нужен. А как мне до него добраться? Скорее всего, мне нужно будет... Так, друзья, вот этих мы с вами полностью или не полностью, я вот не могу понять. Жалко, не показывается, да? Было бы какое-нибудь, как сказать, опознавание, что... Ага, вот теперь, по-моему, фулл сет. Да, друзья, фулл сет мы собрали с вами. Так, нас развернули, мы с вами, естественно, берем тотем. И я пойду сейчас понизу. Хотя, наверное, поверху тоже нужно идти, потому что... Так, с этими девочками подеремся. С лисичками. Так, нам костюмчики эти нужны. Отлично. Так, у этой только лук мы забрали. Сейчас мы должны что-нибудь... Или паричок, или курточку отобрать. Ну! Курточку, да? Платьишко, точнее даже. Так, идем наверх. Идем наверх. Друзья, в портал и посмотрим, куда он нас переместит. Ага, а вот они и те две персонажечки, которые нам как раз нужны были. Но я с ними не справлюсь, у них, посмотрите, по 1000 хп. Жаль, печаль, друзья мои, жаль, печаль. А вот этот сундучок нам тоже нужен будет. Так, давай-ка я кое-что гляну. Что у нас собрато вообще? Так, эти ребятушки у нас собраты, поэтому на них можно уже внимания не обращать. Так, приценимся маленечко. Угу. Ничего опять хорошего нам не дают. Здесь, как мы видим, тоже ничего существенного. Так, здесь у нас, ага, полностью собрато, да? Так, не нужно. Здесь тоже, друзья мои, ничего не нужно. Кунглау, что у тебя? Все не то. Рейден тоже у нас собрат, да? Так, давай посмотрим, кто. Нам нужен кабал. Как видите, да, не хватает маски. Тут не хватает нам шляпы. То есть у обоих нужны шапки, да? И те два новых персонажа, с которыми мы сейчас дрались, ну, не справились, потому что там по 1000 хп у них здоровье. Очень тяжело с ними будет справляться. Почему так быстро пролетают 6 минут? Я не понимаю, друзья. Заменить. Нет. А, у меня еще 2,5 минуты есть в запасе. Так, друзья, погнали. Погнали. В общем, мне нужно вернуться за маской кабала.
За маской Кабала. И так, с этими драться мы не будем, потому что у нас полностью все собрато. Так, здесь у нас, по-моему, чего-то не хватает, да? Нам чего-то не хватает. Или здесь у нас фулсеты? Ну, сейчас посмотрим. Если мы их выиграем и нам ничего не дадут, то значит фулсеты у нас. Так, ага, вот теперь полностью мы собрали с вами сет. Так, перепрыгиваем и идем с вами в портал. Портал нас как раз приземляет к этим двум барышням. Ну и давай попробовать их бомбануть. У них очень много здоровья. Так. Ну, я думаю, что с ними... Так, достали парик. А ну-ка. Отлично. По красоте. Друзья, сейчас мы должны мы выиграть здесь. Ну, пожалуйста, ну. Отлично. И сундучок открываем. Фух. Какая-то корона. Непонятно, для кого эта корона предназначена. Но мы с вами идем еще. Еще, в общем, нужно сделать нам две заходки, друзья. Две заходочки нужно сделать. И мы, вначале мы вернемся за Кабалом, да? Да, нам нужен Кабал. Маска Кабала, точнее. Так, маска... Енот, я вижу тебя, не надо там прятаться втихаря. Так, ну вот и Кабальчик у нас. Маску мы сейчас с вами отнимем. И последнюю заходку нужно будет сделать, естественно, понизу. Ну, отлично. Все, фулл сет есть. Этого можно бомбить. Без угрызения совести. Ну, опускаем мостик. Хотя нам здесь и не нужен этот мостик никакой, да? Енот опять тут прячется. Вижу я его. И этого я вижу. Так, мы пойдем с вами. Ать, я хотел понизу пойти. Я хотел понизу, но врезался в глыбу. Нас развернули. Ладно, здесь мы тоже с вами разворачиваемся и идем. Давай, друзья мои. Быстренько, то есть нам в любом случае надо идти наверх. Этого мы с вами перепрыгнем. Драться с ним не обязательно. С Рейденом, по-моему, нам тоже драться не обязательно, потому что у нас есть на него костюм. Ну, остается только просто пройти этот этап и все. Так, нормуль. Значит, остается всего лишь два костюма. И эти два костюма находятся именно на нижней стороне. И именно через портал мы туда с вами попадем. Ну, приходится драться, а что сделаешь? Другого варианта, по-моему, нет уже, да, здесь? Как-то их обойти. Ладно, сейчас мы с ними бомбанемся здесь. Да, подбили. Так, идем наверх. Подожди-ка, а где у нас? Вот он, портал. Запрыгиваем и перемещаемся вот к этим двум персонажам. Поехали, друзья мои. Да что ж ты будешь делать? Ну, сможем мы с ними справиться или нет? Ну, пожалуйста. Ну, справьтесь. Ай-яй-яй-яй-яй, здоровья у нас очень мало, друзья мои. А у них еще много. Так, по-моему, фулл сет. Ну. Так, а здесь нам не хватает... Ага. Курточки. Неужели нам придется еще с вами сделать одну заходку? Я сейчас кое-что гляну, с вашего позволения. Хочу посмотреть, что нам не хватает. Да, нам не хватает... А, нет, секундочку. Нам и здесь не хватает оружия. А здесь не хватает курточки. Так, ладно. Сейчас пойдем с вами разборки опять наводить. Значит, вот с ними, с двумя, нужно будет еще разок подраться. То есть, опять же, через телепорт. Ладно, друзья мои. Я так понимаю, еда у меня кончилась, да? Поэтому силу умений мы с вами продлеваем. Гоу-гоу-гоу, котики вперед! Поехали, друзья. Понизу будем сейчас с вами чисто идти. Чисто понизу. Конечно, не хотелось бы мне драться с этими охламонками там. Но их никак не избежать, друзья. Или подожди, нет, никак. Никак. Так, ладно, меня здесь развернут. Эть, глыбу эту перепрыгнуть, к сожалению, нельзя. Это я просто сюда иду, чтобы забрать рыбок побольше. А рыбки нам нужны для прокачки наших котиков. Так, ладно, нас разворачивают, и мы с вами идем. Такие довольные, этот Леонардо да Винчи с карандашом, с таким, с гигантским. Ну, с этим драться мне не надо. Перепрыгиваем. А вот с этими, вот, придется, видишь, никак не могу я перепрыгнуть через них. Ладно, друзья, сейчас мы их быстренько накумарим. Быстренько подбомбим. И нам надо будет... Да ну! Почему? Эй, обалдеть!
Я на это не рассчитывал, если честно. Справимся ли мы вот этой вот командой с ними? Навряд ли. Навряд ли, друзья. Погнали. Применяем все ловушки, которые только у нас есть, а у нас их не так уж и много. Ну, все, full set. Друзья, остается нам вот курточку получить от этой вот лисички. Но не сможем, потому что у нас здоровья меньше. Блин, нам придется тогда еще разок идти сюда. Заново, конечно, заново. Я одного не могу понять, почему мы с вами там потеряли нашего котика. Мы не должны были потерять. Но видите, опять я не то делаю. Ну что ты будешь делать, а? Ладно, забираем тотем. Забираем этот тотем. Открываем двери. В принципе, нам всего лишь одну шмотку остается получить, и все, друзья. И этот уровень будет у нас, естественно, пройден. Но что ж так долго мы с ними бомбимся-то? Опять минусанули кота мне, а? Опять минусанули мне кота. Я же вроде бы силу умений прокачал, да? На 20%. Все равно мы с вами фейлимся. Сейчас опять здесь бомбанут котика мне. Посмотри. Он идет первым. Ну, давай, хоть попытайтесь хоть как-нибудь. Хоть как-нибудь. А как ты тут попытаешься, да? Когда не сильнее тебя. Вот. Воу, у нее здоровье там, господи. Нет, опять мои коты профукали здесь. В чем проблема-то? Я не могу понять. Вроде все так замечательно шло. Вроде бы как справлялись с ними. Никаких проблем не должно было быть. А сейчас просто встряли с вами. Они думают, что они меня смогут побить? Нет, друзья мои, они меня побить совсем не смогут. Все, поехали. Будем накумаривать их. По-жесткому накумаривать. Чтобы у нас как можно больше хп осталось. Но опять мне котенка подбили. Что-то не то. Что-то здесь, друзья мои, по-моему, какой-то заговор против меня идет. Так, ну вот, ну нам нужна всего лишь одна шмотка. Всего одна шмотка нам нужна. Ну, ты будешь бомбить сегодня или нет? Давай. Атакуем. Пока они там в ступоре, пока они там что-то думают. Ай-я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 й. Ну, кто кого? Мы их или они нас? Отлично, друзья, наконец-то фулсет. И этот уровень у нас пройден. Значит, нам остается только лишь глянуть, что за босс нас там ожидает. Так, друзья мои, ну, как я вам и говорил. Как я вам и говорил, все хорошо. Не забывайте про тренировки. Да, надо будет зайти, поставить котиков на прокачку. Котики, качайтесь, родные мои. Так, вам на скорость. Ой, на атаку. Так, и на скорость. Еще даже на хп хватает. Все, друзья, давайте заценим быстренько, что здесь у нас за боссик такой будет. Босс. Покажите. Схема уровня еще какая-то. Глафокс. Ну, Фокс, это понятное дело, да? Это лиса. Ох ты. Это что? Так, подождите, друзья, я не понимаю. А как тут? Хм. Да, он... Что происходит тут, друзья? Они... Что за хитрая приспособа у него? Ну, давай мы тоже что-нибудь там активируем, я не знаю. Как-нибудь надо нам применять свои суперудары, да? Слушай, ну я думаю, что мы здесь победим. Здесь-то мы его победим. Ну это... Какой-то... Хлам, честно говоря, какие-то прибитые гвозди. Я даже не пойму, для чего это все. Одного котика мы с вами потеряли, к сожалению, друзья. Ну, остается немножко хп. И я думаю, что... Кстати, здесь, мне кажется, нужны именно дальники. Они довольно неплохо бы здесь справлялись. Все. Фокстон, у нас проблема. Мне она все равно никогда не нравилась. Ну, тебе может не нравится, а я-то тебя победил. И, друзья, нам открывается с вами 13 уровень. Ну, как вы понимаете, что... Эту миссию мы будем проходить уже с вами в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачки вам! It's boring, 1,000,000 demons around me, picking up fight. It sucks.